Друзья, приветствую всех, кто зашел на мой канал «Сам себе огород». Сегодня я хочу рассказать, какая опасная и ненужная соседка для смородины куста. Вот у меня такая история получилась, что жалко было малину. Малина очень хорошая и крупная, сладкая. Но она уже начала разрастаться и доросла до куста смородины. Смородина здесь тоже куст был очень хороший, крупные сладкие ягоды. И тоже жалко было что-то, чего-то лишаться. Вот эта жалость нас и все портит. В итоге малина просто выживает. Мою смородину, очень хороший куст смородины, но она выживает его. Вот он, куст уже полностью пропадает. Сохнут уже ветки, и я их уже пытаюсь их обломать и выбросить. Выкопать отсюда малину уже нереально. Куст, конечно, старый и большой, его тоже выкопать нереально. Но буду стараться малину, которая уже совсем приблизилась полностью, она вообще туда прям в корнях у смородины, или же придется лишаться полностью куста смородины и малину здесь оставлять. Но я уже поняла самое главное, что малина, если рядом со смородиной, то она обязательно выживет смородину, потому что у нее такие корни, она так быстро размножается, очень быстро. И поэтому она прямо вот она врослась в корни этого куста смородины, и ее просто нереально отсюда с нее избавиться. Только один вариант теперь получается, только срезать и весной, и осенью, и в течение лета вырезать все, что там отсюда будет расти, именно малины, и новые эти кусты. И все это нужно срезать, чтобы спасти смородину. Или же, я не знаю уже, что делать, или же тут оставить просто малину. А смородина, сколько она проживет, столько и проживет. Только один вариант. Хотя, если дорого смородина, но у меня смородины очень много, поэтому я не сильно переживаю, что у меня этот куст смородины пропадет. И малину у нас очень любят все в семье. Малину даже любим мы больше, чем смородину. Но очень жалко, кому дорог куст смородины. Нельзя допускать, чтобы малина приближалась к смородине. Ни в коем случае. Ибо же малина все равно выживет смородину. Вот и все, что я хотела рассказать, друзья, сегодня. Всего вам доброго. Будьте здоровы. И спасибо за внимание. И до новых встреч.